Ой. Ну, была не была. Как нету-то? Ну так я ж тебе сказала, что 3 штуки осталось. Вот, муж приехал на выходные. Все, сразу делать надо. Готовить. Короче, поеду сейчас встречать Вероничку, Вику с папой, с братом в аэропорт. Так переживаю, полночи не спала. Вся на нервах. Не знаю, еще погода такая ужасная. Дождь идет. Всю ночь шел. Кого? Вот блин! Приехал, муж называется. Ругается на меня, ходит. Совсем уже. Ты мне-то оставил поесть? Мне ничего не оставил. Вот вообще, блин. От голоду помираю, ничего поесть, жене не оставил. Все съест. Нет моего блюда. Нет моего блюда. Я устала. Все, поехали мы. Переживаю ужасно, вся на нервах. Они как раз сейчас вылетели из Анапы. Блин, как же мне страшно. В аэропорту ждем. А, вон там что-то. Где? Где? А, 15:10. Вот 15. Ну вот, без 10 они и прилетели. Ну вот. Прибыл. Терминал А. Да? Ну все, здесь ждем. Вот мы и приехали наконец-то. Мама спокойная, счастлива. Телефон красивый. Это не телефон, камера. Хорошо отдохнула, ты, Викунька? Да, хорошо. Я-то как переживала за тебя. Ну вот, сейчас будете друг друга развлекать, да? Угу. Может, мама чуть-чуть отдохнет, да? Да. Угу. Или нет? Я чувствую, мама вообще не отдохнет сейчас. Вот так вот. Чего только ей не купили. Чувствую, завтра полный мешок добра от бабушки принесем. И Вика тоже пританцовывала рядышком. Что-то ее штаны до пола спали. Так это новый модный штаны. И ты, Вика, так же ногами пританцовывай. Всем чего-то надо от меня сегодня в этот вечер. Что, Вика, случилось? Кушать? Давай кушать. Сама будешь готовить? Давай мне борщ. И пюре. Мясо. И вообще, я хочу сладкого. Я хочу шоколада. Много-много. У тебя есть шоколад? Нет. Ну ладно, не надо. Все дома? Так непривычно? Чё ты, какой вообще бардак? Бардак просто дома. Ой, даже страшно смотреть. Что такое-то? Вся семья в сборе. Ой, что тебе надо, Вика? Мамочки мои, я ещё чем-то танцами за никогда и не заниматься. Надо. Да, вообще времени нету. Завтра день вообще не знаю. Как я завтра все успею, Ваня? Меня все уже съедаете тут. Иди готовь пирог. Ужас какой. Иди пирог готовь. Вот так вот. Ну все, Вика, отпусти. Нет. Ваня, ты куда сел опять? Слышь, что, нет? Сейчас я игру сложу. Нет, вот муж сидит в тюряге. Вот так разве делается? Дома бардак. Я не в тюряге сижу. Дети, непонятно в каком состоянии.
А он в тюрягу зато зашел, да. Собрал там сигаретки, еще то, что наколочки свои сделал. С ума сойти. Все, отстань от меня. Вообще, отстаньте все. Время уже 9:00. Это какое-то сумасшествие сегодня вообще происходит. Еще перенервничала так. Спать хочу, устала. Нет моих сил больше ни на что. Еще надо ребенка покупать. Ребенка накормить. Приготовить. Спать уложить. Прибраться. Боже мой, куда это все делать? А? Помогите мне, люди добрые. Папа. Ладно, спокойной ночи вам всем.